Индикатор для бинарных опционов TRIX CrossEVO предназначен для активной внутридневной торговли и скальпинга. Он способен генерировать много точек входа, которые наверняка порадуют не только поклонников бинарных опционов, но и дейтрейдеров рынка Forex. Авторы просят за этот аналитический инструмент $39.99, но с нашего сайта с целью ознакомления вы можете его скачать абсолютно бесплатно. В основе работы TRIX CrossEVO лежит экспоненциальная скользящая средняя с тройным сглаживанием, и ее основное отличие от классических мувингов заключается в том, что кривая находится не на самом свечном графике, а в подвале, где мы привыкли видеть осцилляторы. Этот индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции по установке в описании под этим видео. Обзор и настройки индикатора TRIX CrossEVO для бинарных опционов. В настройках этого индикатора есть несколько важных блоков параметров, на которые стоит остановиться подробнее. Главные настройки находятся в блоке TRIX Settings, и в этих параметрах можно изменить период расчета медленной линии, период расчета быстрой сигнальной линии, тип скользящей средней, тип цены, по которой производится расчет. Следующий блок параметров доступный для внесения изменений в настройки внешнего вида, и самый важный из них – это тип сигнала, который может принимать три значения. Пересечение быстрой и медленной линии, пересечение с нулевой линией, обе линии движутся в одном направлении. Далее в этом блоке идут такие параметры. Включение и выключение гистограммы, отображающей разницу между быстрой и медленной линиями. Включение и выключение горизонтальных уровней. Настройка расстояния от вспомогательных уровней до нулевой отметки. Настройка глубины истории для расчета показателей. Используется множитель на 1000 баров по умолчанию. И последний блок настроек – это алерты оповещения. Здесь можно задать мелодию звукового сигнала, включать или отключать эти сигналы и всплывающие сообщения. У этого аналитического инструмента три режима работы. Режим TRIX and Signal CrossEVO. При таком типе сигнала индикатор предупреждает о потенциальном развороте рыночной тенденции путем пересечения быстрой и медленной линий. Момент пересечения изображается точкой соответствующего цвета. Зеленый – тренд вверх, красный – тренд вниз. Режим TRIX Crossing Zero Point. В этом положении индикатор генерирует сигналы на совершение сделок по тренду. Красная точка – пересечение нулевой отметки сверху вниз для продаж пут. Зеленая точка – пересечение ноля снизу вверх для покупок колл. Этот режим подходит для среднесрочной торговли по тренду. Режим TRIX and Signal Moving in One Direction. При таком типе сигнала обе линии движутся в одном направлении, что говорит о совпадении краткосрочной и долгосрочной тенденций. Участки с направленными в одну сторону двумя линиями осциллятора подсвечены определенным цветом. Светло-зеленый для покупки опционов call, розовый для опционов put. Правила торговли по индикатору для бинарных опционов TRIX CrossEVO. Режим TRIX and Signal Moving in One Direction достаточно точно определяет моменты начала нового ценового импульса. Именно его мы возьмем в качестве основы для принятия решения об открытии позиций. Для покупки опционов call необходимо: первое, обе линии осциллятора зеленые. Второе, цены закрытия последней свечи выше максимума предыдущей, и на открытии новой свечи покупаем опцион call. А при покупке опциона put нужно, чтобы обе линии осциллятора были красные, цена закрытия последней свечи была ниже минимума предыдущей, и на открытии новой свечи покупаем опцион put. Таймфрейм можно использовать любой, а экспирацию 3 свечи. Заключение. TRIX CrossEVO может применяться в торговле бинарными опционами как в качестве трендового индикатора, так и осциллятора. У него несколько режимов работы, но на наш взгляд по-настоящему заслуживает внимания лишь один, где происходит выделение участков рынка с однонаправленными линиями краткосрочной и долгосрочной тенденций.
Обязательно проводите тестирование этого индикатора на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте для торговли только проверенных брокеров, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!